це стара вулиця вже, окраїна старої Авдіївки. Тут не живуть вже давно люди, бачите, але знову є попадання. І от що ми бачимо тут, не знаємо, коли ця воронка з'явилася, тому що потрапити сюди було складно, але ось це осколки саме граду. Последние ночи проходят под постоянными обстрелами. Эта ночь немножечко прошла тише, чем в прошлый раз, потому что был договор о прекращении огня для стороной противника вывоза раненых и убитых. У них потери очень большие, это факт. Но где-то с двух ночи опять начались постоянные артподготовки. Вот эти результаты. Гаубица 152 и ураган. Были сначала грады, но сейчас подтянули уже ураган. Я четвертый раз стеклю стекла. Ну теперь уже нечем стеклить, там были запасы. Забиваю, чем могу. Ну сейчас сегодня в доме пало там. И грубо разбито, и стены побитые. Прослетело насквозь. Мы в погребе были. А, в погребе. Холодно там, наверное, да? Да. Понятно. Ты не боишься здесь? Там вывозят детей? Нет, я не буду ехать. Чего? Не хочу. Всю жизнь наживали. Здесь столько всего. И, как говорится, наживали копейки. Мы сейчас увидим, здесь ничего не останется. Буквально за два дня. Ну и кто скажет, что я дурачок, что я умный? Ну кто скажет, скажите. Вы скажете такое, вы бросьте свое, то, что вы хоть и 66 лет, и я отоживал всю жизнь, говорится, и теперь что, его бросить, все разворовали, все нормально, все хорошо. Прятались раньше в погребе. Сейчас скажу вам одну маленькую, сейчас вы не прячете ничего, потому что в домике сидим, только прилеты слышим, ну да, с вещами все, если что-то очень близко, как это вот вчера было, и тут, по-моему, два снаряда упало, который или фундамент упал, вот, ну, страшно. До такой степени страшно, что, ребята, 3 года я здесь живу, я никуда сюда не уезжал. И бросить это все тоже не могу. И вот там, вот видите, снег выбитый. Ага. Вот там снаряд не взорвался, прилетел. Вот сейчас, да? Ну, буквально минут 40 назад. Мені зарядити телефон. Де? Я думаю, що тут було вчора, можна зарядити було. Тут? Да. Ага. Ну, пойду. А кому дзвонити будете, треба? А мені це само. Діти. Одні руки по коробці. А у вас сім'я? Ні, на сім'ю одна коробка. Що там дають? Я не знаю ще. Вы хотите в Славянск выехать, да? А, нет, и только в Славянск, а в другие эти пункты, если мы вам предложим. Мариуполь можно. Вчера шли под градами, вчера шли под... В 3 часа дня мы шли, осколки сыпались вокруг, наверное, Бог спас. Поверьте мне. Я хочу в Славянск. Ну, посмотрим. Ну, если поселят, то вообще хорошо. У меня там внук 12 лет. Ну, пока нет мест для расселения в Славянске, только 2 детей. Но буду ждать. Может, получится, я буду ждать. У меня в 15 году прямое попадание было, минометный обстрел. Немножко заделали, там все позаделали, ну, обстреляно все пулями теперь, вся крыша. Холодно? Ну, конечно, холодно. Фруктовые деревья срезаем и палим. Круши, яблоки палим фруктовыми деревьями. Год рождения. Вы в Харькове, так? Я понял. 41. На Мариуполь везут в пансионат. Там бесплатное питание и проживание. Но это только детей? Нет. Всех? У нас дети и 9 лет. Кто записался? То есть вообще может как?
да. Записаться, да. Если... Вот это сопровождение. Ага, а сколько? Ну, там все равно столько-то мест есть. Ну, формируется два автобуса. Вот первые 30 человек, да, и еще на 18 часов 30 человек. Вы хотели в 6 выехать сегодня, да? Или позже, потому что не можете собрать? Завтра. Ну, завтра нету что? Нету автобусов или что? А куда вы хотите ехать? В Мариуполь. А что Мариуполь? А куда? Куда? А что, у вас в Мариуполе кто-то есть? Никого. Никого. Жилье снимать дорого, ну, вот как бы там ни было, будем дома. Говорится, везде хорошо, там, где нас нет. Вот так. Сколько ребенка? 2,5. Не страшно его так сюда? Она не боится, она думает, это или гром гремит, или... Она у меня вообще умничка. Вот, если уснула, то все, спит крепким сном и ничем даже не разбудишь. Так что вот так. И там все? Да, да. Да. А, 4 месяца нам. Давай поберу. Не дашь? А что ты пришла? Кто тебя обидит? А, я ж твои санки заняла. Ну что, обошь? Сади сверху. 77 детей. Только дети? Да, так. Ну, пока записывается. Мы озвучиваем. А в котрі буде? Через, озвучуємо через гучномовці, патрульні автомобілі, інформуємо населення, щоб населення розуміло. Приїхали волонтери з Запоріжжя, також повідомили, що вони готові прийняти 30 дітей, щоб теж поселити з харчуванням, з усім. Коли буде наступний рейс? Як тільки сформується група і буде автобус, автобуси готові. Тобто питання тільки формування кількості дітей або дорослих, щоб визивати транспорт. І все.